Всем привет на моем 192-м стриме. И сегодня мы начинаем, я надеюсь, может быть, даже за стрим пройдем игру Toho 14.3 Impossible Spell Card. На самом деле, я не знаю, какая она по сложности, это по поводу за стрим, не за стрим. Вот, но вроде бы предыдущие не каноничные были... А, нет, хотя были сложные, да, вот фотошутеры были сложные, а файтинги вроде за один стрим проходил, хотя бы на изике, но за один стрим проходил. А вот, посмотрим, я не знаю, какого жанра это, написано shooting game, да, вон на лого, но насколько она в реальности будет сложна или нет, мы это посмотрим. Так. Вроде бы должно быть по громкости нормально. Монографу по имени Сейджи Кити собрала множество предметов, понятных через силу волшебного молотка, дабы убить первором в этом мире, но... А ее планов прознали все остальные. Сиди Хаи, сменял приятельский порядок, вышли на поимку бунтовщицы. Бред, обижал. Так. Проклятие, ты не ругаешься? Разберусь с этим стенным домахом, быстрее и сами строят. А, говорят, что за поимку бомбасист назначили хорошее вознаграждение. Не надейся. За какую-то ушку так просто не дамся. А еще говорят, что можно использовать любые средства, чтобы поймать тебя. Ну что ж, поехали. Попробую вернуться, чтобы невозможно сколкаться. Вот и чисто. Чтобы вас играть в этот правил, поздравил меня за тебя то, что найдется. Это большая проблема, но волноваться не о чем. У вас сейчас есть волшебный предмет, который поможет вам вернуться от этого домашнего. Так лучше? Привет, Дефендер. Этот предмет – легкая ткань. Если вы нажмете клавишу использования, этот предмет позволит вам ненадолго стать неуязвимым. Предупреждение. Продолжительность неуязвимости небольшая, поэтому используйте этот предмет тогда, когда будет долететь как можно ближе. Так. Двигаться нельзя в это время. То есть, когда используется этот... О, ачивка. Первый раз ачивка в Toho. В этот раз у вас получилось справиться с трудностями с помощью волшебного предмета, но настоящей схватки еще впереди. Еще потише. Голос погромче. Могу голос, наверное, погромче сделать. Так лучше? Ну, это потому что вебка. Вебка далеко. Микрофон в вебке. Слухи о том, что Сейдзи замышляла переворот, облетели весь Гинсекё. Теперь Юкай устроили за ней большую погоню, не давая ни шагу ступить в сторону. На протяжении нескольких дней преследователи будут нападать, используя Данмаку без правил. Не сдерживайте себя, используйте мошеннические предметы, чтобы пережить их атаки. И, наконец, вы можете сменить экипированный предмет в меню. Выберите предмет, который подходит вам больше всех. В каком меню? Получена легкая ткань. Позволяет на мгновение стать неуязвимым. Такой предмет всегда полезно иметь при себе. Получен игрушечный фотоаппарат Тенгу. При использовании убирает вражеские пули. Предмет, созданный магией волшебного молотка. Получен щелевой складной зонтик. Позволяет выходить за пределы экрана. Украден у Юкая, повелевающего границами. Цель оправдывает средства, когда стоит вопрос о выживании.
Так, первый день. Сцена 1. Друг против невозможного Данмаку. А, но мы его прошли уже. Да? Или нет? Коробку. Давайте фотик возьмем. Сцена 2. Жесть. Блин. Надо бессмертие еще тащить. О. Так это вообще что-то изи. Я только буду убирать сразу и все. Или сейчас что-то будет не изи дальше. А, лол, пропустил одну. Надо все равно отходить сразу, а то мало ли зафигарит тут фигню. Ой. Вот я думал, что она умрет. Тут еще время идет. Зачем ты? Так, ну, а, вот последняя атака. Да лоб. А, походу после того, как она умирает, я фото уже не могу сделать, потому что я жал. Передохнуть. Типа вернуться в меню. Так, Родина. Ну, давайте попробуем. Ну, зонтик попробуем, скажем. Ну что-то я не очень понимаю, если честно. Блин, это... А, за пределами экран пули не берут, что ли? Ой. Не, это как хреновая экипировка, мне не нравится. Здесь, наверное, ткань. Привет, Алексей Альферов. Ну, смысл? Ну, смысл? Ну, блин, ну. Поворачиваться прикольно. Тут вот механика какая интересная, смотри. Плохо. Блин, ну это было неудачно. Я так понимаю, сейчас пока такой изич идет, ну легенький, ну типа обучение. А потом уже начнется такой хардкор, что просто офигею. Вот, а тут можно было и так увернуться. Фу. Причем не бесконечно у меня эти возможности, вон 4 осталось. Да, тут можно и так увернуться. Да лол, это не импосибру. Это не импосибру с полка. Сцена 4. Надвигающийся ужас. Давай.
Почему бы нет, ну не знаю там. Ой. Не, тут фотки не надо. А, фоток-то тут не бесконечно, я думал. Как-то поступить. Не понял. Может, тут зонтик поможет? Не, вообще хрень полная. Мне кажется, все-таки вот этот камень. В смысле 10-4? Привет, Нил. Как это? Это 14-3 уже. Ну блин, и все. Закончились у меня. Вот теперь метри называется. Не знаю. Нил, какое лучшее оружие тут использовать? Да, ну, вот это не оружие, а вот это возможность. Мне кажется, вот это лучше. Воу, повезло, просто повезло. Просто повезло. А, 1-4, тут так много. Хоть и чирно, а нахальная. Не знаю. Да что сразу закрыли, лол? Ну, блин, паникеры, блин, овертрейтись просто. Надо было еще. Привет, Мишка Тед. Сколько стрим идет? Да недолго, минут 20. Нет, надо там не тратить. Короче, где разрывистый, надо метрить как хочешь. Ну, ты прикалываешься по поводу без оружия. Вообще не понимаю, что эти ачивки, значит. То... Да, Алексей Фёдорович, да что ты, какой провалился? Ну просто, может, отключили, чтобы обновление выкатить, лол. Ты где-то увидел, чтобы написано, чтобы он отключился? Ну, в смысле, что его, типа, вообще закрыли и так далее. Это чушь полная. Да, вот именно, миллионы долгов. Да как это? Что делать-то? А, фотку, наверное.
Ой, не заметил. Нет, тут надо фотку нахуй. Ну это охренеть просто. Лол, размикрил. Я не ожидал, что размикрил. Ну тут сейчас. Мне кажется, можно первый этот сразу размикрить. В смысле, сразу бы сфотить. Я просто много урона успел нанести. Да, я не спорю с этим. Не, ладно, не буду так пытаться сделать. Не, что-то хрень какая-то. Что-то я вообще пока не понял, как размикнуть это. На золе бы кусок рыбы, а написано там было. Какой же зум упоротый все-таки теперь. Блин. Она уже все, да, по-моему? Все. Есть еще одна идея, конечно, но она так себе. Нет, не получилось. Роль. Мне кажется, надо все-таки попробовать с невидимостью. Я сижу в наушниках, у музыки столько звуковых дорожек, что мне все время кажется, что телефон звонит или еще что-то. Вау. Что Defender PlayStation? Ой-ой-ой-ой, это было так близко, что аж это... ближе некуда.
Блин, сейчас по времени выиграю, лол. Пожать ничего, чтобы время не закончилось. Нет, тут вообще, по-моему, не надо использовать ничего абсолютно. Блин, даже не знаю, мне кажется, с фоткой было лучше. Да как-то она криво фоткает, нет. Блин, ну... Если тут на первых уровнях такое... Если тут на первых уровнях такое микро уже, то что там будет на... 10 дней, я, скорее всего, не буду эту игру полностью проходить. Так что ты говорил, если дойду, ну нет, скорее всего я не дойду, потому что, ну, я не настолько упорный фанат. Так что, нет, скорее всего, не будет на стрим, по крайней мере. О, нормас. Привет, Венеркил. Так, день два. То, что лучше, я сам решил, пожалуй. Если ты не против. Ой, все. Или не все. А, ну у меня нету оружия. Лол, тут возможно вернуться? Ну я не буду же тренить на стрим, но... В чем вообще речь идет, я не понимаю. Блин, я не понимаю, как ты. Мне кажется, все-таки фотка что-то лучше. Стоп, или зонтик.
Да пророк лучше меня, ну успокойся, ведептил. Пророк лучше меня пробит на самом деле, скорее всего. Если только не начнет пробить случайно как-то. Если не начнет пробить, то он лучше меня будет. Он быстрее пройдет. Все, и... Я это официально утверждаю. Наверное, все-таки фотоаппарат. Мне кажется, фотоаппарат в большинстве случаев там вообще. Что он не лучше играет? А зачем? Я не хочу никуда проигрывать. Нет, ну в смысле это не значит, что я не хочу выиграть, но просто гол. Как смогу, так смогу. Привет, Пика. Какая идея была? Чего? Она мне не дала вообще шанса выйти. Да, она не дает шанса выжить без фоток. Кто там сказал, что можно без этих спецатак? А, блин, перекрутиться что-то было. Что я не додумал. Вот я не ох. Ну, фу-фу. Фотик, вот отвечаю, фотик дурацкий, просто дурацкий. Вот видели, я сфоткался, она меня все равно убила. Хотя сфоткался вокруг себя прям. Она меня все равно убила. Вот как она сейчас убила? Ну, он сейчас сфоткался, звук даже был. Я не отодвигал никуда эту цель. Не знаю, тут он меня раздражает. Как бы непонятный хитбокс на фотике, очень, очень непонятный хитбокс на фотике. Привет, Тор, ты сейвы ты сделал? Как он забыл? Ну, посмотри, может быть еще не поздно восстановить. Лол, вы видели это? Я вообще не думал, что я вижу. Эффект на серваке. Забыл, что ли?
Или ты отключил клауд? А ты не мог меня попросить вырубить, это только ты можешь вырубить. Для себя. Так что, если ты не вырубал, то она новая будет пуста. Это ж ты сам для себя решаешь, включить или выключить. Блин, я хз такое проходить, нечестно, вообще да. Без понятия. Я не успеваю прочитать название уровня. Там так быстро оно пропадает. И котик дурацкий, который не достает ни хрена никуда. Ты главное от Life is Strange пойди сейвы восстанови, если ты еще вдруг их не затер. И иначе, блин, придется теперь все заново машинить сейв. То есть по стриму смотреть и выбирать какие-то варианты, прослушивать каждый диалог. Я уже затупил розетку. Не хватит мне одной фотки. Нет тут Марисы, тут только за одного персонажа нужно играть. Вообще, то есть нет никакого выбора, просто нажимаешь старт гейм, сразу начинается игра. Ну, по мнению, ну, не знаю, вот он ждал, не дождался. Привет, Тирован. А, все жопа. Ну, ладно. Ну, фотку за... Ой, ну все. Ну, корни все, нет, чушь.
смысле вот этот, но он здесь хуже, по-моему. Ну, то есть, он менее выгоден, по-моему, здесь. Дела. Ну, как-то пока под вопросом. Ну что я делаю? Ну я просрал его. В смысле? Вот три, видишь? Вот три. Может, еще зонтик, но зонтик мне совсем не нравится. Один только могу выиграть, и все. Нет, только один могу выиграть. Я никаких акций больше не знаю. Это нет, это что-то другое. Я ж туториал прошел, не было там никакой второй. Привет, мистер Напомнение. Вот ты и дождался. А, не, надо будет, наверное, не так, тут надо сразу наверх идти. Да. Тут слишком микро. Ну начались спойлеры. Но с другой стороны, я не возражаю, если будут какие-то советы по тактике на текущий уровень. Даже наоборот, привет. Да, ну размикрит эту фигню-то. Это не спойлер.
Если ты ничего не знаешь, ты не можешь определить, ты можешь только отгадать. Вот, ну... Вот. А почему она по-другому себя повела? Она что, упоролась, что ли? И опять так, ну, блин, я так не пойду. Ну все. Почему надо... Не надо мне обязательно проходить. Я скорее всего, не пройду, потому что если 10... Но мне уже распределили, что тут 10 дней. Так что... Что-то я сомневаюсь, что эти 10 дней я пройду за стрим. Запробовал я фотоаппарат? Я просто не было. Я пробовал этот фотоаппарат много раз. Никакой, в принципе, разницы. Мне просто не хватает вот этих фоток. Я не могу подвикривать без шепта. А, что-то нет, это заново. На 2-3 стрима я, ну то есть именно я, да, то есть моим скиллом. Привет, пророк. Блин, она не отвела как-то. Нет, не готов. Что ты взял, что я могу быть готов? Ну, потому что мне тяжело пользоваться столько кнопками, много кнопок, в общем. Я не успеваю сообразить. Но порой использую, но не всегда получается. Здорово, ну чё это? Ужасненько. Почему не уничтожились опять, которые возле меня? Да... Вот этот вот фотик меня бесит этим. Блин, нахрена я фотку использовал? О, ну это все.
Ну, я заметил, я так и стою. Это же можно было тоже, да, не подпить? Вот я. О, я что думал, опять, вот хитбокс котика вообще такой непредсказуемый, просто. Редко ДМ. Только и твич два в одном. А, на. Ну блин, что за баги пошло? Я что, похож на бага-юзера, что ли? Говорили в самом начале, я убавил, сказали норм уже. О, это же из 14 только. Я на имбу придумала. Первого раза. В смысле, еще убавить или сейчас уже нормально? Да, читал, правда, я не запомнил ни хрена. Нет, ну как-то я сейчас уже неправильно делаю. Это слишком явно много расходы. Ну она, естественно, неофициально переведена. Не подумай ничего такого про Зуна, что, мол, он образумился, перевел ее на какой-нибудь язык. Хотя бы на английский. Не-не-не, все нормально. Зун упорот, как обычно. И сюжет, как обычно, упорки, но на русский тоже фанаты переводят. Что за фигня происходит? Стоять на месте где-нибудь? Ну, ловкость это забей.
Я, если честно, не сразу понял, что они активируются именно из-за меня. Бой, я в босса врезался. Я вообще забыл про нее. Стоит там что-то, смердит, пиздец. О, сейчас я неправильно снизу надо было встречать. Вот та была попытка, это хорошо. Блин, ну... Есть. Нормас. Романтичность лазеров из глаз. Называется сцена. Опять ты? Да ты что, прикалываешься? Что за фигня происходит? Однако. Блин, ну а как от этого уворачиваться вообще? Мне явно не хватит фото как-то. Или хватит. Может и хватит, если более постараться. И постоянно урон надо вливать, главное. Блин. Вот это? Привет, Феном. Зун еще и трейлеры делает. Не знаю. Я там не понимаю, я пытаюсь. Мне кажется, что там, если правильно вовремя выстрелить, то она не задевает, да, если просто стоять. Надо в последний момент прям включать. Нет, поздно, рано. Ну, понятно, ну, уже не хватит, но тем не менее, по трению. I don't feel pain anymore. Но я не буду смотреть в трейлер. Это... Сейчас.
Я, короче, первую в центре микрест, а дальше пытаюсь где-то в углу. Потому что, чтобы урон влить сразу норм. Потому что, ну, первую на удачу тупо. Зонтик, ну, кстати. Это не такая плохая идея. Но я хочу попробовать вот это все-таки. Сейчас, один раз я попробую, когда размикрится по центру. Да ну хорош. Зонтик, да? Тут ни хрена. А, или вверх ходить что? Так это два зонтика я использую. Ну да, так его не хватит, нифига. А, ну может сверху просто прилетать вниз? О, нифига себе. Блин, что-то не как-то... Я думал, я успею как бы обмануть. Блин. Ну, да, это действительно капитан очевидность. Да, маг медленнее вливается, шанс на ошибку повышается. Мне, в принципе, там немного не хватило. Может быть, просто если подлетать поближе. Да лоль, где не успел надо. А, уже закончились? Нет, они слишком быстро наводятся. Слишком быстро наводятся. Хотя... Просто сбоку нельзя находиться. Но в принципе, вот я один раз из бесфотика увернулся, и это уже, в принципе, мне дало, по идее, целый лишний этот, и все как-то удобно. Ой. По идее, победная попытка была, если бы не стрелся. Я забыл, как я это сделал. Да почему они вверх стреляют, пожалуйста? Почему слева? Какая разница? Мне неудобно слева.
Лола, что, реально что ли можно вернуться? Да ладно. Серьезно? Так, а, нет, это на другую сторону начало крутить. По крайней мере, вот так можно экономить, да? Одну-то точно экономить могу так. Ну, в смысле, одну каждый раз. А это мне пипец какое преимущество дает. Блин. Только надо еще размиклить. Не, зря. Не, жадничать нельзя. Когда по кругу иду, просто мимо пролетаю. Блин, ну что это, ну? Ну, отлично просто. Ну прям в эту, ну... Ну охренеть, у меня что, бессмертие что ли временное дается? После зонта. Нет, тряпкой мне тупо не хватает. Ой. А что я сделал? Я не понял, что произошло. Ну-ка. Странно. А как я выжил тогда? Бабулечка. Повезло на багулечку? Не повезло бы теперь. О, ну,
единственную пульку на всем экране собрал. А, серьезно, я размикрил? Да как она попадает? Почему? Ой, зачем? Это сейчас тоже, ты хочешь сказать, повезло? Нет, это было что-то другое. Вот это сейчас повезло, я затупил что-то. Нет, просто на рандомного. Привет, Кабино. Чё грустишь? Хотел же использовать зонтик. Чё, с работы это, порожняк? Ну как это, как стабилизировать-то? Я не понимаю, как стабилизировать это только. Что это с ним было? Не Тераон, это я когда уставил глаза просто. Поэтому я не редко с вебкой стримлю. А, ну, думаю, это не самая грустная новость. Лол, я думал, с работы прокатили. Я завтра все равно не смогу смотреть полдня, наверное, потому что у меня завтра на работе важная встреча. Я так и не понял этого Бримского-то, когда встречают? Курсе? Хотя курсе в принципе, не знаю.
пяти местах показали, ни хрена себе. А чё, в итоге, куда на стажировку пойдёт? Достало. Нормально, нормально. Во вторник, ну я не знаю, во вторник что будет. Ну, как бы, насколько загружен буду. Ну, в любом случае. Мне, я, там же не написано в реквесте, что я обязательно должен смотреть. Кассир, возможно, посовщик. Будет к тому, что ли? Так какая разница, я умираю не от этого. Но я умираю от того, что наверху. От тупой хрени, которую я не понимаю, кто разметит. В смысле, ну надо вот сюда куда-то идти, по идее. Но я тогда тут, по-моему, не успеваю. Ну вот сейчас, ну это такой рандом, это плохо. Вот я вот наверху, потому что опять не успеваю. Я пульку умер. Позже? Мне сказали, что дальше такой хардкор, что вообще можно просто выключать. Почти. Ну, то есть, миссис ХП этого не было много, но я имел это почти размикрил. Техносити, не знаю как это. А, нет, стоп, не знаю. Техносилу знаю, Техносити. Это хз. Видимо, местное что-то. Получи, безголовая. Это потненько было, потненько. Но на самом деле, вроде по тактике нужно уже в конце. Тут там фоточка. Первую, кстати, с зонтиком прошел впервые. Так, и самый стрельный обзор. Сегодня игру ни разу не спалился. Стоп, ты пробежал игру. Не на стрим. Не хоть как-то глупо. А смысл? Надо было на стрим. Ну понятно, надо тут менять экипировку. А, без последнего босса? Ну, понял. А что за фигня сделала? А что это такая книга супер?
Проверяем мистера напомнения. По времени, блин, время закончится. А это Game Over, да, если время заканчивается? Надо, чтобы время не закончилось. Как успехи, прошло несколько сцен. Это уже второй уровень. Машина какая-то пошла в жугано. А, плохая идея так близко стоять, да, я понял. Ну, играешь не в реквесты, пека. Ладно, как можно ниже встаем. Блин, она улетает. Что хрена? Медленно спамишь?
далее. Ну, давай. Что, мне что-то дали? Нет. Не, не обратил внимания, что там написали. Да неудачи там надо, там надо просто передвигаться. Вот идет новая линия, блин, где там вебка. То есть новая линия идет, и тогда мне нужно чуть-чуть от нее отодвинуться на один этот. На одно движение с шифтом. Так, сцена 6, двуголовый дракон. Да опять ты? Что за говно? А, у меня же не зонтик включен, что это плюс. Понятно. Как-то не так это надо. Тут надо фотки. Очевидно, что здесь фотик нужен. По-моему, с фотиком вообще изи как-то сейчас будет. Да лол, ну это я просто ложал, но это вообще что-то очень изи, по-моему. А, оно еще улетает, что я про это не заметил. Я думал, оно исчезает просто. Ну сейчас, мне кажется, с пары попыток должен пройти лол. Перемикрил. Ох ты, что я так разлетелись-то, лол. Но все равно, мне кажется, сейчас это тут быстро это выйду. По крайней мере, я сейчас не вижу ничего невозможного. Так, пусть они вот сюда уйдут. А, она за экраном была.
Да, а, Лола, у нее там еще не так уж и мало здоровья. Любимая? Да ну, ты что, 14-я самая лучшая. Не, первая лучшая, потом 14-я. Не, я не говорю, что это плохая часть, но, блин, лучше. По-моему, нет. Да лол. Я немножко никак не могу понять механику полета. Просто. Я же и смотрю уже. Чем, собственно, занимаюсь. Залол, затравил вообще-то. Ну, лучшая любимая — это одно и то же для тебя. Ну, то есть, любимая для меня, то, что, то есть что-то, что для меня любимое, значит, оно для меня лучшее. Ну, это разве не одно и то же? Ты про свое мнение говоришь, в любом случае. Ну задел! Да ну нафиг. Ну что-то вообще затравился. Тут есть какая-то тактика, которая прям вообще поизича. Ну сейчас я разберусь с ним. Не, это точно пойдет. Это точно пойдет. Гадоль. Привет, Роник. Да, к сожалению, кто-то смотрит. Из-за этого это приходится стримить. Пека. Да ну нахуй. Вот и все. Два дня прошли. Я выжила, ведь они все такие слабаки, мне стоит найти убежище, говорит. Здесь они преследуют меня в таком месте. У меня остался туз в рукаве, но все же. А почему только одна сцена? Ну, давайте посмотрим. О, да это же опять 14-й, 4-й босс.
А вот эта самая Аманатяку в розыске, ну наконец-то нашла. Неужели слухи дошли и сюда? Недавно объявили, что тебя надо проучить, используя самое невозможное данмаку, на какое мы способны. Кому могло прийти в голову сделать такое объявление? Раз так, выхода нет. Хоть и жалко, придется использовать припасенные волшебные предметы. Вы теперь можете использовать новые волшебные предметы. Сейчас у вас экипирована кровожадная сфера инь-янь. И если ее использовать, она позволит вам появиться прямо перед боссом. Понял. Пока вообще что-то изи. Ну, видимо, потому что какая-то сюжетная, да, фигня. Она взорвалась. Так. Получен проводной фонарь призрака. Позволяет стать желанным призраком. Призраки лучше блокируют по всем параметрам. Получена бомба в 4 сяку. Взрывается долго, но взрывом очищает большую часть от пуль. Тамая Каге. О, открылись сцены. Ух ты. А что за призраком, кстати, в смысле? Бомба мне нравится. Понятно. Ну хотя я хочу попробовать все-таки как она. Ну понятно, хрень полная. Вообще хрень бесполезная, по-моему. Надо заранее знать, что надо использовать. Не успел просто нажать. Одноразовая способность? Как-то немножко не понял прикола, но ладно. То есть и чё? Ну всё закончится и всё. Стоп, или я могу призрака не сразу всего использовать? Не могу отменить. Так он, его нельзя отменить, и все, он заканчивается, и у меня больше нет. Нет, тоже какая-то хрень. Ну, по крайней мере, не сейчас. Да я же жал. Ну, она долго тоже срабатывает. А почему она не срабатывает?
Еле-еле сработало. Да он так медленно срабатывает, я не успеваю заранее начать. Два раза? Нет, чего? Нахрена. Чтобы меня два раза быстрее не израсходовывать? А, вот. Что за фигня? Мне это даже не объяснили. Ну мог бы с первого раза пройти. Но она какая-то тысячная. Никчемная. Ну она вообще никчемная еще. Ой-ой-ой-ой-ой. О, здорово, я помню, это 11-я топка. Ядреный босс. Мне кажется, что телепортация к боссу слегка бесполезна. С другой стороны, я что-то не вижу Impossible Spellcard. А, разве что по времени. Ну, короче, что-то странно. Лучше бы не знакомился. Ну блин, лол. Надо хотя бы половину оставить, тогда можно призрака завести. Хотя, вот это явно проходится без всего, это вообще изи босс. Просто тупый изи босс. Ну, если я сливаюсь, это значит, что он не изи. Просто я лажаю. Слишком за уроном гонюсь. Так, наискосок ее, когда если пускать, то это более безопасно, но...
меньше урона вливаются. Делоу, даже так. Ну, против половину ей снимает эту фигню. Не против зонтика. Это было в старых уровнях. Оно не модно. Сейчас модно привидение. Чуть-чуть. Нет, ты новый. Как же тут... Ну, короче, ладно. Наверное, лучше потом включать это, потому что надо вначале половину снести, потом уже можно, типа, как 100% забить этим домовенком. Ну лол, ну откуда она взялась нахрен? Но это все равно изи босс, ну как бы, блин. Если бы тут было хотя бы пару жизней, ну то есть как в обычной толпе, то ну вообще это... Так что, Тор, слышишь, да? Тебе нужно будет всего пару жизней на этот босс. Ну что? Ну ты же дойдешь до восьмой? Да? Это не то, что я хотел сделать. Я хотел, чтобы оно не задевало. А оно задевает. Зачем-то.
Да не дропнешь так. Ну что значит бессмертно? Любой босс проходимый. Нет бессмертных боссов. Ну если это, конечно, не катсцена какая-то. Где типа тебя по-любому убивают. Но в топе такого не бывает. А, по сюжету? Ну это вообще не волнует. Да лол, току и сюжет. Да ну зачем? Это было очень близко. Нет, это изи босс. Какой зонтик? В восьмой токе был зонтик? Да ну лёль, ну... Терять время на изи-боссе, это пипец просто. Ты четверть вот снес сейчас просто. Да почему их там так много образовалось? Я уже-то видел, что там есть пара пулек, но я не думал, что там еще будет пара, прям вплотную. Это нелогично.
Ну давай еще пару раз и включим зомби. Еще давай, чуть-чуть. Короче. Фух, есть. Изи босс, никаких зонтиков не надо. О нет, только не ножи, ну. Ну что-то выглядит тоже изи. Честно говоря. Ну я просто неправильно сейчас поступил. Сделай стоп-старт плеера. Тут нужен фотоаппарат. Старомодный такой, но фотоаппарат. Не, неправильно, не вовремя сейчас использую. 14 секунд, не такая же большая задержка. Чего вы подираетесь? Ну, капец. Я понимаю, там минута была бы, но... Ну... Ну, я заметил, что прокачивается. Правда, я не понял в этом смысл. Но привидение я понял, дольше держит. Так, можно фотик прокачать. Больше радиус фото, но хитбокс. Ну, не знаю. Есть! Добил! Просто добил. На последнем пикселе, наверное. Ой, ты чё меня пускаешь? А я помню, эта атака была на каком-то боссе. Ой, точно, последняя, по-моему, атака на каком-то боссе. Ну что тут, по-моему, она более кучно идет. И все?
Да ты, да вы чё? А, стоп, чё ты? Тролло-ло. Тролло-ло. Я понял, я думал, нифига себе, что такое легкое, что ли, лол. Бред же просто. Предлоги быстрее. А я и думаю, что-то, ну это же бред такое простое, вообще не может быть. Ну блин, я слишком рано нажал что-то. Значит, тут не хватит. И сколько так ей надо кругов? Блин. Ну, ну что, ну что так заложил? Ну, так интересно. Пока не устанем, да, надо ее так бить. А, по-моему, больше становится взрывы вот эти. Надо там попасть в поток в конце желательно. Да лол, я чё, ещё и не успеваю? Это бред. По-моему, быстрее же нельзя убить. А, типа, это пройдено? То есть надо время выдержать, что? Ага. Так, четвертый день. Ух, они набирают силы. Может, мне тоже стоит попробовать усилить свои вещи? Блин. Как-то это опасно выглядело, если туда нервничать. Походу не зря. Ух ты, жесть. Ух ты, жесть. Ну вроде можно мне крыть. Не, я слишком много сейчас фоток использовал. Мне не хватит. И надо раньше использовать фотик. Надо выше стоять и раньше фотик использовать. О! Два-три стрима. Ну не знаю. Ну вроде, ну по крайней мере это не так сложно, как фотошутер долбанный. Где там вообще просто такая жесть начинается. Зачем я это сделал? Короче, надо наверху все это спавнить, ну, все это убивать. Все, не будет проблем. Она рандомно что ли пускает, я не понял. Все? Все.
Что же там за 10-4, лол, уже второй человек говорит. Какая-то подозрительная живучесть. Зомбака тут. Ну, хрена тут летит нормально. Но мне почему-то кажется, что нужно за бока облетать. Нет, не надо. Что за жесть? А я не могу вниз фотать, ну удаляй. Зонтик, зонтик! Нифига она живучая! Серьезно? А, просто я мало хп вливал. Ну то есть стоять сверху типа хреновая идея просто. Зачем я? Ну я это перепутал что-то кнопку. Настя случайно. Да, ну это, ну как можно умереть в нее? Ну это пипец просто. Такое везение было там при телепортах, и я и так уважаю. Оно что, статично что ли пускает, я не понял. По-моему, оно статично пускает, блядь. То есть заучило все дела. Если пуля попадет, тоже станешь зомби. Не, зонтик уже тут не поможет, я уверен. Ну да, тут фотик, по-моему. Фотик это вообще имба. Ну не всегда, но очень часто. Блин, ну что-то тут как-то совсем жестко. Давай хитрость сразу говори, мне пофигу на то, что я там не сам. Здесь телепортация к боссу, что ли, или что, нет? Так
тактике можно прям сразу говорить, то есть какая разница, главное же, что я сам все размикрю. То есть я не гонюсь сейчас за тем, чтобы именно самому придумать тактики. Да ладно. В смысле? Там типа сейфпоинт? Говорю, ну если ж тактики, это тактики, ну надо же самому все размикрить. Да, действительно. Надвигающаяся стена. Фейспаунит. По-моему, тут зонтик. Но Торы, это же баг. Ну, недоработка. Ты думаешь, что этот Солгрин специально. Зан специально сделал, что ли? Этот сейфпоинт, я не думаю. Ну, Гоги, тут у тебя что-то проблема с флешплеером, скорее всего, потому что у всех нормально. На Гудгейме битрейт самый низкий, если что. Ну-ка, а если вот это замутить? А эти бомбы босса бьют? Ну, блин, это, по-моему, у тебя проблема. Да. Сейчас, подожди, я... Да лол, я не забываю. Повезло нахрен. А, и всего-то? Ну, правда... Да, из-за пулик это неприятность. Тогда фотка вроде норм будет. Блин.
Да дропов ноль, какие люди смотрят, другие, нормально. Постоянно же у меня на Бьюткейме зрители есть. Не знаю, никто не жалуется мне. Не понимаю. Ну, блин, вот проверьте кто-нибудь, кто-то. Ну или вот у меня на Good Game сейчас ты не один смотришь. Наверное, не жалуются, но я не знаю. Ну что я могу сделать? Я бы что-нибудь сделал, но я не знаю, что сделать просто. Просто тупо не знаю, что с этим сделать, потому что больше никто не жалуется, да и, видимо, причин проблем нету. Я не понимаю. Да я не понимаю, лол. Это невозможно пройти, по-моему. Вот это были изи боссы, а это вообще какая-то срань. Да, Тор, на Твиче 3 мегабита CBR, потому что смена качества, ну, периодически дают, а для нее лучше CBR. А на Good Game 1,5 мегабита VBR, для тех, у кого слабый интернет. Правда, я представляю, там на Тоху, наверное, очень круто смотреть 1,5 мегабита. Ну... Я не могу быстрее с шифтом двигаться. Ну вот быстрее двинулся и чё. Влево? Блин. Влево? Вправо. И чё? Влево, вправо. Еще. Я не понимаю, ты сказал, что нужно на первой атаке влево, потом вправо. Привет, XD-мод. Сказал бы, что нужно постоянно двигаться. А, так это невозможно, тут пульки летят. Тут пульки летят, это как я их убью? Ну а как я тебе это сделаю? Пульки же летят. Я их не успею сфотать все. И чё? Ну я, короче, на этом дропну, походу.
Ну, вообще не понимаю, что тут делать. Ну, вот это я понял, да? Но, лол, а как мне вторую-то размикнуть? Куча пулек-то. Ну, охренеть теперь. Ну, охренеть, ну, лол. Ну... Ну, блин, ну это очень сложно. В принципе, то есть механику я вроде почти понял, но, блин, это очень сложно. Надо включать призрака, чтобы если я вдруг... Не дай бог, проживу три круга там, или сколько-то, ну, короче, снесу половину, то надо будет. Ну, вы поняли, что тогда делать надо будет. Лол. Ну, короче, нужно встречать первую стену, идти с шифтом до второй и возвращаться назад. И тогда нормально все хватает. Ну, пульки, пульки же летят. Пуличные пульки, просто пушечные пульки. Ну, я не встретил левую. Да там же летит вот этот упоротый комок. Так, да, давайте затестим, сколько призрак отнимет. Половину. Чуть-чуть меньше половины. То есть мне нужно чуть-чуть больше половины потратить, и можно вставать. Ну, блин, это по-любому где-то, по-моему, три стены надо выжить хотя бы. Минимум. Да не, какой 3, лол, намного больше, намного больше. Да не знаю, на этот подка. По-моему, хреновая идея. Если бы оно еще хотя бы было бы статично, а тут эти пульки, они летят, по-моему, рандомно. Ну, в плане вот эти комки, сгустки.
Блин, уже глаза устали, честно говоря, на мелкие детали смотреть. Да ну как успеть? А что ты говоришь нужно? Просто стоять? А мне вот на убийство напомнение говорят, что нужно в начале с левой стороны стоять. Может хотя бы немножко двигаться, чтобы она... Оп-оп. Блин. Типа оп-оп. Вот так. Теперь так. Оп-оп. И так. Оп. Оп. Ну да, ну да, все, короче, эту тему, походу, нормально. Блин, со стратами всегда боссы изи, ну что за фигня? Почему ты страт не изи? Ну точнее, ну как бы тут не считаются боссами, это тут все-таки... Как это? Это не босс, это просто сцена, да? Тут нету боссов, не боссов. Что-то я не то сделал. Я вместо шифта нажал плато. Впервые пережил 3. Забыл, сейчас левый, да? И умереть от пульки. Пережить 4 и умереть от пульки. Ну, в смысле, тут нет боссов. Это игра, боссы. Ну, тут только, ну, если это называть боссом, то тут вся игра боссы, тупо. Босс раш. Но на самом деле это не босс, это просто такой геймплей. Ну я попутал, короче. Лол, выжил нахрен. Ну, там сложно было разметить. Что я сделал? Ну я выжил каким-то образом.
На облачный поток, да, используют. Так, забыл, справа или слева? Теперь справа. Да неужели? Вот это было Impossible Spell Card. Короче, еще две сцены и заканчиваем стрим. Ну, я, если я, конечно, пройду. Котик. Не, наверное, все-таки надо сразу уничтожать. Да лол, как я выжил там вообще. Такое ощущение, что сейф-спот есть. Ну то есть не сейф-спот, а ну короче там можно стоять, да, типа. Я скорее всего так. То есть нужно вначале угадать правильную позицию стартовую перед входом в это кольцо и потом просто стоять. И по-моему надо чуть-чуть сдвигаться после каждой атаки, да? Или тут где-нибудь в углу попробовать укрыться, я хочу. Не. Ну подожди, 4 дня. Тут видишь, тоже что-то паркурщик намечается. Да, если будут следующие стримы, это правильный вопрос. Ну, не вопрос, но такое. Можно выдержать рэпи. Надо ближе стоять? Нет, ну я что сказал, что не будет, но не надо за меня додумывать. Это я сказал, что, ну, фраза, что если будет, это значит, что может быть и не будет. Но это не значит, что точно не будет. Ну, то есть, как я сказал, значит, я так и сказал. То есть, не надо додумывать, пожалуйста, ничего. Да блин, что-то тут странно.
Надо, наверное, в первую попадать бесплатно, но без этой, без тряпки, а потом включать, да, хватает. Или она дольше становится. Что еще можно придумать? Ты, а, стоп, телепортация к боссу? Вау. Точно. Блин, там. Да, тот все стримов не будет никогда. Пека. А у меня не хватит шаров. Да. А, я не подержал. Ну, блин, это сейчас повезло. Короче, мне кажется, тут надо опять на привидение только надеяться. И метрить. Метрить, метрить, метрить. Ну, в среду, Тор, в среду, ну, что ты? Ты же знаешь. Не-не-не, мистер Напомнение, ничего такого. Да как? Ну ты можешь что-то уже подсказать? Я все, я сейчас дропну стрим. Ну я уже устал, честно. Да не дня два. Ну, мне кажется, растем интернетом не дня два. Не, забей, ты привлекаешь. Я пытаюсь страту найти. Да вот вниз нет. Вверх нет. Или надо стоять снизу. Я не могу никак поймать, что вот что меня не убивает в самом начале. Давайте так посмотрим. Четвертая где-то, если я двинусь вверх. Раз, два, три, четыре. Блин. Раз, два, три, нет. Значит, надо еще, да, я правильно первый раз подвинулся. Так, надо еще. Ты лоу. Почему? Она что, рандомно, что ли, пускает? Ну я на каком-то рандом до микро каком-то это делаю.
Если я два раза выживу, у меня призрака хватит? Сколько я за два раза сливаю? Я думал, не за день. Ну как это четко сделать? Как стабилизировать-то? Я вообще не понимаю. Получается раз на миллион. Давайте так, буду считать, сколько по часовой стрелке пуль пролетает. Раз, два. Ременька? Ременька — это игрок, да? Да почему она убивает? А убивает, а не убивает. В самом начале. Она рандомно пускает свою пулю дурацкую. ЛИМД. Длинненько. Я типа тебя должен был понять, да? Но она прям в меня попала. Пули свои дурацкие. Тут надо просто понять тайминги и сдвиги. Я наугад действую. Ну, пытаюсь как-то понять, но это вообще не получается. Ну, это случайно вышло, так что тут не на что надеяться. Может, посередине где-нибудь? Наоборот, там вниз надо отходить, по-моему.
Больше надо вниз отходить. Или, а, нас рандомно пускают. Ну блин, хрен поймешь. Попробуем хоть сколько останется. Почти это мягко сказано. Блин, ну короче, надо как-то там... Чуть-чуть надо дольше продержаться перед тем, как пускать призрака. Хотя бы пару пулек пропустить. Блин, вот хотел уже нажать. Хотя, вообще-то это суть не меняет, да. Надо два раза выжить. Короче, второй раз выживаю и босс пройден. Босс, ну вы поняли. Вероятность рандомить, не знаю сколько процентов, но как-то это есть. Ну довольно большая, я считаю. Ну относительно, конечно. Думаю, 50% есть. Я не пойму, я не дохожу или я перехожу? Сейчас я перешел явно. А что, можно и так? То есть можно на тех, которые пройдены, еще качаться? Что за чушь? А если я перекач сделаю? Я тупо пройду вообще любой уровень, потом без проблем. Надо как-то сделать, чтобы оно прям подо мной, что ли, пультики пролетали. Блин, кстати, да. Почти. Если б не эти пульты дурацкие круглые, то вообще был бы изи. Хорош, но... Да, ну почему вот эти большие летят? Ну нахрена он их сел?
Как будто хотел, чтобы горело у кого-то в этой игре. А, погодите-ка, я действительно хотел. Мне кажется, пониже надо вставать. Я не понимаю, почему второй раз не получается. Ну тут просто меня пули опять это сбили круглым. Дурацким. Может попробовать вставать где-то там слева, но мне кажется, вся страта собьется. Его фантазии весьма специфичны. Ну, короче, это Easy Sleep. Блин, я не могу за двумя вещами следить. За этими круглыми и вот этим дождем. Ну-ка. Давай-ка. Есть! Есть! Последняя сцена на сегодня. Возможно, и вообще. Ой! Что-то она пукнула пульками, прилетела. Эй, она меня убила. Опять что ли зонтик, я не понял, или что? А чё она меня убивает? Поролась что ли? Ну, мне кажется, мизантов не хватит. Пека.
что-то это жесть была. А может мне переходить и вверх тоже зонтиком? Да, ой, забыл. Да, она убивает меня. А, типа изи микро все дела, все. Воу. Ну почти изи, я shift-то вообще не умею отпускать. А времени-то мне хватит. Оу, ну ладно. Ну, по-моему, легкие вот эти сцены. Да она меня убивает постоянно, но она зачем? Что, нельзя без пилота только пули пускать? Нафиг этим корпусом-то работать? Так, ну у нее там осталось вообще кот на плавку. Все, забью. Вот так вот. 4 дня. И 5-й день. Похоже, мне не остается выбора. Время быть серьезным, но на самом деле... На самом деле, время заканчивать стрим. Вот так вот. Вот такая вот игра. Написано Данмаку Амадяку. Невозможная спелл-карта. Ну что ж, на этом стрим заканчивается. Не буду смотреть ничего. Ну, в принципе, да, скорее, мистер напомнение, специально для тебя говорю, что, ну, наверное, будет стрим по ней. Когда? Так же, как и раньше. Ну, то есть, совершенно неизвестно. Может быть, на следующей неделе, а может, через 2 месяца. Ну, я не обещаю никогда стрим по какой-то конкретной игре, через сколько он будет. То есть, ну, когда будет настроение, будет следующий стрим. Сейвы удалять я не буду, так что... Когда-нибудь, может, и будет. Но, по крайней мере, она не такая сложная, чтобы ее дропать, поэтому, скорее всего, может, и будет. Но единственное, что... Выйдет 15-я тоха скоро, и, наверное, я... Не знаю, наверное, я ее застримлю. Попробую пройти. Ну, хотя бы на изи. Вот, ну, короче, как-то так. Ну, всем пока, и всем спасибо, что смотрели. Увидимся на следующих стримах.